Пратьяхара означает, что ум отдергивают от окошек, через которые он смотрит на этот мир, через чувства. После того, как он оказался в темной комнате, ему говорят, теперь будем пытаться медитировать. И дхарана – это попытки сосредоточенности. Я узнал время, можете себе записать. Дхарана – это 12 секунд. Если человек может в течение 12 секунд удерживать объект своей медитации, это называется дхарана.